Всем привет! Сегодня мы говорим о проекте JobPlanet и с вами разберем, как выполнять задания, в принципе, как зарабатывать в этом проекте. Значит, после регистрации заходим в свой кабинет и с левой стороны находим раздел «Зарабатывать». У нас есть три вида заработка. Это посещение, YouTube и задания. Давайте нажмем первое, это посещение. Значит, выбираем сайт, смотрим таймер. И все, мы зарабатываем вот так вот денежку. Закрываем. Часто бывают сайты, в которых, допустим, нет этого таймера. Значит, бывает такое, да. То есть тогда может быть перезапустить, и он обязательно должен появиться. Вот. Все. Значит, следующее задание — это YouTube. Значит, в данный момент нет заданий на YouTube, но это тоже все очень просто. Здесь будут показываться окошки с видеороликом. Вы нажимаете, у вас открывается новое окно с каналом YouTube, да, с видео. И на нем то же самое, в углу будет зеленый кружок с таймером. Как он только пройдет, вы закрываете окно, и вам начисляют деньги. Третий вид заработка — это задание. Значит, в принципе, заданий здесь на данный момент немного. Значит, что здесь есть? Вот только регистрация, 6 кликов. Регистрация, серфинг, 10 секунд, рубль ваш. Значит, установить программу «Автоденьги», $30 каждому к новому году не упустите. Автопилот, зарабатывай на чаю. То есть тут предлагают нам сделать какие-то действия и за эти действия заработать немного денег. Видите, это 72 копейки, рубль 37, 65, 52, рубль 3 и 45. Вот, в принципе, на данный момент вот есть такие вот задания, на которых, в принципе, можно зарабатывать. Спасибо за внимание. В данном видео мы с вами разобрали, какие задания можно выполнять и как можно зарабатывать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь обязательно на канал, чтобы быть всегда в курсе выхода новых видеообзоров.